И кто успеет поставить лайк за 3 секунды, будет учиться только на отлично. Считаю. Раз, два, три. Я долго об этом думал и решил, то что раз мы так часто едим, надо бы стать сумоистом. Вот как раз таки я стою. Только единственное, мой вес не подходит для сумо. Слишком я какой-то худенький. Поэтому давайте тогда сейчас мы будем набирать естественный вес в игрушке под названием Get Fat. И естественно, будем сражаться против наших соперников в сумо. Ну что же, приступаем. Первый уровень. Я вижу то, что нам надо кушать вот такие гамбургеры. Поэтому давайте тогда естественно мы вместе с вами это будем делать. О, смотрите. Во-первых, я вижу то, что тут у нас есть вот такие замедлители. Это на самом деле очень-очень даже неплохо, потому что, как вы видите, тут довольно-таки, ребятоньки, все очень и очень даже быстро происходит. Ну и в итоге вот он наш белый, ребятоньки, соперник. Давайте тогда вместе с вами мы будем его фигачить. И в итоге, воу, ничего себе. В принципе, победа у нас имеется. И мы этого соперника отправили в нокаут на x3. В принципе, довольно-таки неплохо, только... А где наши денежки, ребятоньки? Неужели мы не получили ни одной монетки, друзья? Это как-то очень даже странно. Ладно, окей, давайте тогда сейчас во втором уровне мы, естественно, вместе с вами будем получать много и много наших денег. И, естественно, самое приятное, это много гамбургеров. Оу, смотрите, сколько я набрал. Вся полосочка у нас целенькая. Опять-таки, наш бро-сумоист против нас. Давайте тогда сейчас я буду со всей дури кликать, и в итоге... Бам! На, получай! На x10, смотрите, друзья, мы отправили эту чувака в нокаут, но, к сожалению, почему-то нам все равно ничего не дают. Ни денег, ни ключей. Короче, видимо, игрушечка, ребятоньки, у нас еще на стадии разработки, поэтому тут у нас никаких таких привилегий пока что не имеется. Ну ладно, будем довольствоваться тем, то, что мы будем все-таки побеждать нашего вот этого соперника. Пока что набираю потихонечку наши, естественно, гамбургеры. Оу, ничего себе! Смотрите, как жестко! Уровень наш реально очень-очень даже ускорился, но я пока что более, друзья, менее справляюсь с нашими, естественно, вот этими преградами. Ну чё, сумоист, сейчас ты получишь полностью в бубен, на, получай, и в итоге... Эх, смотрите, чуть-чуть мне не хватило, чтобы я долетел до x10. Ну как я, точнее наш противник. Новый уровень и новая еда. Смотрите, у нас теперь открылись вот такие картофели фри. Давайте мы тогда вместе с вами, естественно, их будем кушать, потому что это реально что-то новенькое. Воу, сумоист, серьезно? Да ты еще и можешь перепрыгивать препятствия? Вот это на самом деле, друзья, очень даже неожиданно. Я думал то, что он и, ну, как бы бегает-то еле-еле, а тут он еще и прыгает. Это, друзья, какая-то полная жесть. И смотрите, новый борец сумо. У него волосы такие, ребятки, уже серенькие. Так, в принципе, я очень даже неплохо понажимал на нашу мышку, и в итоге да, он, ребятоньки, отправился у нас нокаут на x10. Но у меня сразу же, ребятоньки, возник вопрос. А что, если я очень плохо отыграю наши вот эти, ну, получается, единицы еды? Ну, допустим, мы не перейдем даже порог вот в эту, получается, полоску. Интересно, нормально мы сможем бороться с нашим чувачком, либо же нет? Ну, блин, стоп, погодите-ка. Я активировал случайно вот этот магнит и просто тупо взял и набрал все нужное нам, ребятоньки, количество нашей еды. Ну, блин, да что ж такое-то, друзья? Хотел заложить, но не получилось. Видимо, скилл нам все-таки позволяет, ребятоньки, вот так все-таки набирать единицы. Ну ладно, а у нас тем самым временем все-таки есть, друзья, ключики. Они как-то все-таки, наверное, невидимым способом собираются. И давайте все-таки откроем 3 ящика. Монетки, монетки и еще раз монетки. Блин, да что ж такое-то? Я думал, ребятоньки, нам выпадет что-нибудь очень даже крутое, но пока что только монетки. И, ребятоньки, вы просто не представляете, сколько у меня теперь имеется монеток. Аж целых 0. Но это, конечно же, друзья, опять-таки из-за того, что игра немножко какая-то багованная. Поэтому разработчик обязательно пофикс этот, естественно, баг. Продолжаем вместе с вами проходить очередной уровень. У нас тут, в принципе, очень-очень много имеется гамбургеров. Ну и, конечно же, очень много препятствий. Ну что же, давайте-ка посмотрим, кто там у нас соперник наш. Ну вот такой, смотрите, друзья, седовласый сумоист. На, получай прямо в живот. И смотрите, отлетел он очень и очень даже достойно. Опять-таки, ребятки, на x10. Ого, смотрите, а я тут, кажется, попал на какой-то бонусный уровень, потому что здесь у нас имеются, друзья, только монетки. Ух ты, ничего себе! Блин, вот это, ребятоньки, подстава. Наша палочка дурацкая взяла и дала нам по животу, и в итоге мы потеряли большое количество денег. Ну, блин, ну я не понимаю, друзья, зачем нам все-таки нужны эти бонусные уровни с деньгами, если мы на них ничего не можем открыть? Хотя, стоп! Смотрите! Открыли! И еще вот такую какую-то непонятную кастрюлю. То есть у нас на голове теперь кастрюля? Серьезно, чувачок, ты выглядишь очень-очень
очень даже смешно. Значит, все-таки, друзья, денежки у нас тоже копятся, просто они у нас каким-то образом стали невидимые. О, смотрите, у меня как раз-таки сейчас, ребятоньки, вообще масса практически ноль. Давайте я тогда сейчас все-таки попробую сделать наш эксперимент и в итоге посмотрим, как же все-таки справится наш сумоист без как раз-таки массы с вот этим соперником. Вот, у меня абсолютно вообще, ребятки, нулевая масса, и в итоге кликаю со всей дури, давай. Смотрите, накликал. О-оу, смотрите, а это первый уровень, который мы вместе с вами заложили. Значит, все-таки масса, друзья, решает. Поэтому сейчас мы вместе с вами обязательно, конечно же, наберем много и много наших гамбургеров и, естественно, просто в нокаут отправим нашего соперника. Кстати, вы заметили вот эту прикол? Ха, у нас сумоист даже умеет делать сальто, причем на высоту. Это, конечно, друзья, очень-очень странно и очень жестко. Но зато мы вместе с вами добрались до нашего соперника. Естественно, вот так кликаю со всей дури. И теперь не он меня победил, а я его, ребятки, победил, причем на X10. То есть очень и очень даже хорошо мы вместе с вами справились. Ничего себе! Нам теперь, ребятки, доступны вот такие крылышки. Давайте тогда сейчас мы вместе с вами будем их кушать. Я думаю, то, что они должны быть очень и очень даже калорийны, потому что это все-таки, ребятки, как крылышки KFC. А они реально очень и очень даже питательные. Поэтому давайте тогда сейчас мы вместе с вами все это дело скушаем. Так, аккуратненько, естественно, пробегаем все вот эти наши препятствия, все невзгоды, и в итоге выходим, друзья, на финишную прямую против вот такого синенького сумоиста. На, получай, естественно, в бубен, и в итоге, блин, смотрите, чуть-чуть не дошли мы, ребятки, до X10, но ничего страшного, нашему сумоисту с вот такой кастрюлей на голове и этого тоже будет достаточно. Опа, старая добрая картошка фри. Давненько, кстати, мы вместе с вами ее не видели. Давайте тогда сейчас мы, конечно же, ее накушаемся. О, смотрите, у меня полосочка практически готова. Сейчас мы как раз-таки ее добьем вместе с вами, и в итоге, да, все, финишная прямая. У нас, кстати, против нас такой же сумоист практически, как и мы. У него тоже кастрюля на голове. Это будет, наверное, жесткая битва, но кто же все-таки круче? Конечно же, друзья, мы становимся круче. И мне, друзья, что-то уже надоело на самом деле бегать с вот этой, получается, кастрюлей на голове. Поэтому давайте мы, естественно, вместе с вами будем копить, естественно, побольше деньжат. Надеюсь, что у нас скоро будет еще бонусный уровень. Ну и мы, конечно же, сможем, естественно, открыть какой-нибудь новенький крутой головной убор. Ну а также я замечаю то, что нам что-то очень даже давненько, друзья, не выпадают наши ключики. Поэтому надеюсь, что сейчас ключики будут. О, стоп, это что это? Это какие-то, друзья, чукупаи, да? Что-то в этом духе. Мне нравится то, что каждый раз у нас что-то, ребятоньки, новенькое. Либо еда, либо же, конечно же, наши препятствия. О, а вот как раз-таки ключик, который я так сильно хотел, ребятоньки, получить. Но в итоге, да, я думаю, то, что сейчас после этого уровня мы, наконец-таки, вместе с вами сможем открыть новенькие, ребятоньки, какие-нибудь ящики. Так, естественно, не забываем собирать наши чукупайки. И в итоге, смотрите, вот такой сумоист против нас. Конечно, ребятки, не очень сильно я отыграл, получается, наш удар. Но все равно на X5 мы попали. Это, в принципе, очень-очень даже неплохо. А вот как раз-таки и бонусный уровень, про который я говорил, который я, конечно же, друзья, так сильно хотел открыть. О, отлично, смотрите, друзья, аккуратненько пробегаю вот эти штучки. И давай, собираем по максимуму наши монетки. Потому что я бы хотел бы все-таки, как, ребятки, говорил в предыдущий раз, открыть новенький, получается, сувенир. Но, к сожалению, пока что он не открывается. И все из-за того, что мы не знаем, сколько нам надо заработать денежек и сколько у нас вообще имеется. Ну, а у нас следующий уровень и новенькая, ребятки, опять-таки еда. У нас тут такие капкейки получаются, да? Очень даже вкусненькие и, естественно, калорийные. Так, ладно, окей. Пробираемся, друзья, сквозь еще вот эту непонятную штуку. И опять-таки сумоист с кастрюлей. Ну-ка, давай-ка посмотрим, чья кастрюля будет жестче. И в итоге есть, друзья. Вроде по полной я зафигачил его, и, естественно, мы вместе с вами получили X10. Ну и я наконец-таки могу открыть, ребятки, головной убор. И мне выпал вот такой кубок. Ничего себе, давайте все-таки вместе с этим кубком мы отыграем еще один уровень, потому что мне интересно, насколько будет этот кубок нам помогать. Может быть, у него реально очень хорошая и жесткая аура, и с помощью этого кубка мы вместе с вами, естественно, сможем победить вообще кого угодно. О, смотрите, ничего себе, сколько препятствий. Вот это жесть, и скорость, ребятки, очень-очень даже серьезная. Но мы все равно справляемся аккуратненько. Естественно, ребятки, проходим все вот эти наши невзгоды. И в итоге, воу, мне, друзья, показалось, что у него такой же кубок на голове, как и у нас. Но у него просто тупо белые волосы. Ну и смотрите, на X10 мы попали. И воу, ничего себе, у тебя настолько большой кубок, что он тебе даже глаза закрывает. А как ты вообще бегаешь? Хе, друзья, это как-то очень даже странно. Ну а с вами был Илюша и игрушка под названием Get Fat. Если вам понравилась игрушка и вы хотите продолжения, обязательно напишите об этом в комментарии.
Ну и, конечно же, наставьте кучу и кучу лайков. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока!